Что-то опять тучи собираются. Привет, мои любимые. Привет, привет. Решила я съездить. Хотя видно, что опять сейчас дождь пойдет. Все небо затянуто тучами. Тут что-то везде ремонтируют, строят, делают. Каждом почти в гараже что-то делают. Не знаю, когда автобус может пешочком пробежаться. Хотя 10 рублей я нашла в рюкзаке. И это счастье. Но если солнце, невозможно идти. А так, когда такая погода, прекрасно прогуляться без проблем. Я в старых тапочках, в тех что-то вообще не могу ходить. Натерла ногу вон, видите? И в них так жарко и неудобно, просто невозможно. О, автобус идет. Так что Бог со мной. Можно на автобусе подъехать. Я выходила, сказала: иди, ангел мой, а я за тобой. И вот сразу же и автобус, и все прекрасно. Создаю все пространство вокруг. Намочила виски, потому что они у меня торчат так почему-то. Мне, видно, неправильно подстригла это. Этот, помните, в Питере меня подстригал восточный мальчик, забыла, как его зовут. Как-то я никогда не забывала, а сейчас что-то у меня на имена как-то память стала. Привет! Привет! Ладно, поехали. Мы в город. Мы в город. Спит так сладко. Хорошенькие такие. Автобус сейчас подойдет. Небо очень красивое. Я хотела что-нибудь одеть, футболку надеть. А потом что-то как-то передумала. Потому что все равно парит. Сейчас снова дождь пойдет. Я просто уверена. У-у-у, сколько голубей. Красота. Много. Летели. Полно. Летите, летите через полночь. Вот это клен, по-моему. Кленовый листочек. И солнце в зените. По куплету всему свету вы раздайте песню эту. И дождей грибных серебряные нити. Сколько цветов полевых. Просто море. Вот эти какие-то колокольчики, желтенькие, розовенькие. Просто красота. По куплету всему свету. Куточка курит. Вы раздайте песню. И дожди грибны. Здрасте. Вниз. Вниз только. Вырастайте песню эту, выгребите серебряные нити. Написала мне какая-то, ну не какая-то, Эльвира, видать, зрительница моя, написала: сделайте что-нибудь с головой. Но главное, что же в голове, а не что внешне. Я не рекламирую себя. Я не собираюсь кого-то на себя включать. Я попросила у Эльвирочки, чтобы она прислала мне свое фото. Может быть, тогда это фото меня стимулирует, и я как-нибудь круто подстригусь. Но пока мне так нравится. Просто хочу профилировать челочку
немножко виски подровнять, потому что меня плохо он подстриг, они у меня задираются. Вот. Спасибо, Эльвира, за комментарий. Очень приятно, за совет, которого я не просила. Что-то там они беседы, такие важные у них беседы. Говорение происходит. Ладно, поехали. Друг. С той стороны мы ехали уже. Сейчас я на эту села, на правую сторону, чтобы с этой стороны поснимать. Хорошенькие там собачки. Покупляю всему свету, но вы раздайте песню эту. И дождей грибных серебряные нити. Ручка такая. Какая у меня? Похоже. Погнали. Пока горная. Хотела тоже Любушке Тимирцовой передать огромное спасибо за то, что она есть, за то, что она очень-очень хороший человек, отзывчивый, чувственный, открытый, добрый. Соснах, видите, какая красотища. И видишь, такая свежесть и запах сосен. У меня спрашивали тоже на Дзене, на Яндекс.Дзене спрашивали мои зрители: Ирочка, как ножки? У меня, правда, ноги вообще не болят. Я уже как совраска ношусь и по горам, и на речку. Вот как дядька бегает с животом, так же и я. И живот у меня весь почти ушел. Ну как почти ушел? Был вот такой большой, а сейчас почти нету вообще. Качаю пресс, занимаюсь спортом, много хожу. Но только странное такое состояние. Вот в Питере иногда такая сонливость была. А здесь не, так, не только сонливость, а может от чистого воздуха организм так одуревает. Знаете, как просто слипаются глаза, невозможно, просто отрубаешься. Не то, что там тебе спать хочется, а в прямом смысле отключаешься. Понимаете, слипаются глазки, как будто ты не спал 10 лет. Вот. И иногда так вроде бы и ночью спишь нормально. Я вот в 11 засыпаю и в 5, в 6 встаю каждое утро. Вот. А потом через какое-то время, ну там, я не знаю, водички попью, чеснок пососу, и через какое-то время меня рубит со страшной силой. Вот просто глазки слипаются и все. Сколько людей прекрасных. Я думаю, что это от чистого воздуха, от продуктов. Я тут не ем вообще никакой колбасы. Ну, я колбасы уже много лет не ем. Но я не ем тут и мясо, не ем и курицу. Мы не берем вообще курицу уже давно. Покупаем только для хоры какие-то там ножки куриные или головы, или что-то. А так для себя вообще не берем. Нам достаточно каких-то таких простеньких продуктов. Не знаю, там картошечку сварим, молодую купим, огурчики с помидорами. Еще что-то вообще как-то так, знаете, макароны вот мы готовили за то время, что мы здесь, за 10 дней или сколько мы здесь, может больше, не знаю. Короче, 8-го мы приехали, или, а, больше уже, сегодня уже 23 июня. Вот, макароны мы ели, по-моему, один раз только. С этим зажарочкой, с морковочкой, с лучком. И все какое-то такое у нас. Вот супы какие-то варим, такие легкие, без всех этих бульонов куриных или еще каких-то. Ничего не добавляем туда такого. А только там как картошка какая-то,
капуста, какая-то зелень, там помидорчик свежий, еще что-то, понимаете? И так это все заходит, горяченькая еда и все такое легкое. Я чувствую, прям так начала как раньше летать. Не хожу так, задыхаюсь. Вообще так легко. Очень-очень классно. И вот я черешню вчера купила, сегодня ела утром. Обалденная она такая. Вкусная, сочная, упругая, не вялая, не какая-то там старая. Нет, очень свежая, очень вкусная и очень крупная. Вот, сейчас хочу купить абрикос или вишни, не знаю, и сделать этот самый варенье. Вот заходит просто, например, там с чаем свое варенье. У нас была банка этого варенья. Мы же не едим сейчас ни шоколад, ни печенье, ни булки, вообще ничего такого. А вот варенье заходит просто там или с черным хлебушком, или с сухариками. Юлька так пожарит сухарики, просто посушит их без масла, без ничего. И с вареньем очень-очень-очень заходит чаек травяной какой-нибудь из ромашки, что мы там насобирали, или еще из чего-то. Просто сказка, правда. А такой гринфилд я купила, и мы его пили еще с отеля. Вот мы купили 100-граммовую вот эту пачечку. И до сих пор там еще даже немножечко, по-моему, есть, не знаю, или сейчас Юлька высыпала. Вот. А сейчас еще, может, зайду в магнит, куплю. Короче, мне надо купить абрикосы, лапы хори куриные и эти самые, чай, и не знаю, что еще. Короче, если не забуду, там еще может что посмотрю, не знаю. Хотя, по большому счету. Сильно покупать не за что. Ну, какие-то, не знаю, необходимые вещи, как мне написала эта Эльвира. Я понимаю, что денег нету, или там что там. Но ухаживать за собой же надо. Но я ухаживаю. Для меня ухаживать — это встать, принять душ, я не знаю, там, подстричь ногти, почистить зубы, причесаться. Для меня это ухаживать. А для Эльвиры, наверное, ухаживать — это чтобы прическа была. Вот я не вижу, что тут вот у девушек, например, прически. Здесь все так, знаете, как свободно, без заморочек. Но я вот с хвостиком не хочу ходить, поэтому я коротко иногда стригусь. Вот меня чувак не очень хорошо подстриг. Ничего, я все принимаю. Так что каждому свое. Для кого-то ухаживать — это значит накрасить губы, ресницы, глаза. Они без этого не могут выйти из дома. А для меня это вообще не существует. Я красилась, наверное, 2 раза в своей жизни. 1 раз на первую свою свадьбу, когда мне было 20 лет. И 2 раз меня красили в Ливане девчонки Сафа и Маруа, сестры моего бывшего, 2-го уже, супруга. Они меня накрасили, короче, вообще стрелки мне нарисовали, румяна, брови, ресницы. В общем, сделали с меня кого-то, кого я вообще не узнала. Кто это? Там столько людей на остановке. Вот, так что не надо судить по себе. Неприятно смотреть на меня. Можно не смотреть. Можно просто слушать, что я говорю, если интересно. А если вообще не интересно и неприятно, зачем смотреть? Для того, чтобы дать совет. Ну, я правда не спрашивала. Вот совет о том, Иненента, Снилс, надо давать работодателю или нет, я спрашивала этот совет у вас. А о том, стоит мне подстригаться
или на лысо, или вообще отращивать, или еще что-то. Ну, я разберусь сама как-нибудь. Спасибо, Эльвирочка. Почти приехали, надо вставать. Белые розы. О, этот сегодня мне там сообщил, кто? Леша из Феодосии сообщил, что умер этот, как его? Вот я даже не помню, как его зовут. Из «Ласкового мая». Блин, хотела сказать Дима Билайн. Нет, Дима Билан вроде жив. Так, надо выходить. Готовиться. Здравствуйте. Вы не выходите? А мы выходим. Выпустите нас. Благодарю. Сейчас. И видите, как пасмурно сегодня. Вот девушку. Мы уже поехали, он девушку впустил. Какой хороший водитель. Обожаю таких. Знаете, в Ливане, когда я после Ливана приехала, для меня так дико было, что автобус поехал и уже все не останавливается. Если люди бегут или еще что-то. Вот в Ливане никто не бежит. Потому что там не закрываются двери. Он так вот едет и подбирает людей чуть ли не на ходу. Понимаете? Там все для людей, а не запрограммировано, как положено. Тут вот церковь прекрасная. Много уже людей, смотрите сколько. Помните, мы тут с вами гуляли, вообще никого не было. А сейчас, о, и речка немножко набралась. А сейчас столько людей, вообще и по мосту ходит, и там. Как-то не хочется говорить, целая куча, но очень много. Вот тут рыночек вещевой и продуктовый, там тоже всякие специи. А, я же на следующий. Хотела сейчас походить, а мне на следующий. Мне вчера девушка сообщила, говорит, мукбанги – это не твое. Ну так я же это самое практикую, смотрю, что мое, что не мое. Век живи, век учись. А я пока еще только полвека прожила. Вот учусь, смотрю, что мое, что не мое. И она мне говорит, ты ж не обиделась? Наоборот, я даже счастлива и благодарна за такие добрые советы. Смотрите, как классно, как сота, как соты. Остановка. Прикол. И пчела, я пчела, вот. А мы любим мед. Ну, какие тут футболочки красивые, я и не видела. Кирова 7-1. Где-то на Кирова 1-Б стригут. Хочу туда сходить, потому что я тут стриглась на Ленина у Галины. Как-то не очень мне зашло, скажем так. Не буду обижать девушку. Она, наверное, старалась. Ну, как-то она старалась. Не по-моему. Так, все, выходим. Вот сейчас точно выходим. Сейчас точно выходим. О, садитесь, кто хочет. Так еще не вышли, подожди. Дайте хоть выйти, товарищ, граждане. Или кто за центр города? По 100 рублей в центр города. Сейчас поедем. Правда, сейчас дожди наливанет. Ну и что, я в маечке под летний дождик. Сегодня вообще был ливень, знаете?
очень-очень сильный. Я думала, вообще град пойдет. Что он там понес? А, продукты. Я думала, фрукты. Сколько тут людей. Я тут как будто 100 лет не была. Реально полная улица людей. Смотрите, мои любимые, сейчас вам покажу. Видите? Ладно, пошла я. Хотела снять вам просто дорогу. Люблю вас всем. Волшебного дня. Очень-очень люблю вас.